перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, Гошан. Как ты, Гошан? Как малая? Че, малой? Какая малая? Почему орёт? Блин, даже не знаю, что тебе посоветовать. Привет, Надя. Как дела, Надя? Коля, ты тоже, да, присоединился к Наде? Как это, Колян? Всем привет, привет. Позвони, ну супер. Я в порядке, брат. Сегодня такая погода была ебаная, так душно было. Сейчас наконец-то дождь пошел. Нет, не забываю выгуливать. Два раза минимум в день гуляю с ней. Грилзы в порядке, братух, все нормально. Спасибо за работу. О, какие люди. Санечек, Кулиев, ну как ты? Как здоровье, как жизнь.
Слушай, мне надо, чтобы ты посчитал мне, сколько это будет стоить с VVS-ами, потому что это не 5000 евро стоит, это стоит намного больше, чем 5 кусков. У Кейглака вообще за 50 тысяч евро грилзы стоят. Мне сейчас приедут часы, уже жду давно. Жду часы. Поносить часы? Может быть, хорошо себя будешь вести, то дам. $50-60 тысяч баксов, нету разницы особо. И мне не нравятся грилзы у Трипи Реда. Мне нравятся грилзы у Кейглака. Давай, давай, конечно. Ты мне посчитай просто, сколько это будет, и пришли. Ола, Кристиан. Como estás, hermano? Bien, todo bien en casa. Juve. Ahora Juve, hermano. Todo bien, tranquilo. Тебя в парсе выйдет. Санек, пиши, как соберетесь. Я сейчас буду возвращаться в скейт. Приедут Rolex Grandmaster вторые. Все в камнях. Yo creo tú tranquilo siempre. Не, не siempre вообще. Вообще не siempre. Привет, Карина. Thanks, bro. I appreciate that. Я никак не отношусь к хейтерам. Да, я проснулся и спал. Хейтер, мотиватор.
Ну, какое направление музыки? Привет, Кирилл. Не знаю, как ляжет, так и буду делать. Я не зацикливаюсь на жанрах музыки. Я в порядке, братан. Да я просто спал, брат. Проснулся недавно. Спортом занимаешься, да. На отходосах? Не, я ни на каких не на отходосах. Я абсолютно трезвый. Я даже не курю. Ребят, дорогие мои. Погода идет, дождь. Наконец-таки. Так душно было, я уже говорил. Скоро будет мерч, очень скоро, но не Haunted Family пока, а мой мерч именно. И тебе, Кирюх. Нет, не смотрел еще One Piece, я... Просто коплю как можно больше серий, потому что не люблю, когда заканчивается мое любимое аниме. Реально, мне становится грустно сразу. Хочется, чтобы оно длилось вечно. Баруто нет, еще не смотрел, но мне говорят, что не очень. Любимый трюк на скейте Fake Big Hill. Ну, это из того, что я умею делать. А так мне очень много разных трюков, которые мне нравятся. Русские мультики смотрел, да, мне не особо они что-то передают, к сожалению. What's up? Hello, Joanna. Я дома с собакой. Она спит.
В Барселоне много русских даже. Таких сомнительных, правда, но ладно. Я уже говорил, ребят, насчет альбома. Можете в предыдущей трансляции посмотреть. Ладно, все, ребят. Приятного вам вечера. Я пойду ужинать. Мир вам. Мой вайп, нет, вы тоже парень. Аналогично. Yeah. That shit is bombing, bro. Понял. Yeah.